Привет всем, кто зашел на мой канал. Ну и давайте тему поваров. Ну, понравилось анекдоты насчет поваров. Ну, короче, ресторан такой. Заходит в него богатый, ну, новый русский, короче. Заходит в этот ресторан. В бронежилете такой весь, ну, опасается за свою жизнь. У самого голова вот так спрятана, как у черепахи, все такое. Говорит, дайте мне черепаховый суп. Ну, тебе хорошо. Час нету, два нету. Он охранника посылает, говорит, иди разберись, что там на кухне, что они черепашечий суп сварить не могут. Угу. Ну, заходит на кухню, короче, а повар мучается. Черепах только голову высовывает, он только хоп, а она раз голову назад. Ну, не успевает вообще никак, блин. Он и так, бесполезно, короче, не может. Ну, и, короче, это, охранник говорит, что помочь, как разделаться с черепахой. Он говорит, пожалуйста, ну, помоги. Он берет палец и резко засовывает назад черепахи. Да, голову высовывает, он ее отрубает, короче. Повар, нифига, как профессионал, где так научился? Он говорит, да я так каждый день своему шефу галстук завязываю. Всовываю, высовывает из броника. Галстук. Ну, это, короче, тоже студенты медицинского. И ректор отчитывает одного студента, говорит, слышь ты, козел, зачем ты спер скелет там из кабинета, короче, скелет вот это пособие, и кинул череп, ну, в суп в столовке. Он говорит, ну, я хотел, чтобы борщ хотя бы был наваристый для нас. Он говорит, да борщ-то наваристый, это прикинь, какие у поваров теперь седые волоса, когда они там череп увидели. И тоже два директора ресторана встречаются, один говорит, слышь, говорит, у меня повара достали. Жалуются, что много крыс, мышей в ресторане. Может, мне поваров сменить? Ну, и следующий анекдот, короче. Лорд такой вызывает своего слугу и говорит, так, завтра приедет теща. Вот это список ее любимых блюд. Если ты хоть одно приготовишь, я тебя уволю сразу же. Ну, и, короче, тоже двое встречаются. Один говорит, блин, я видел, ты ресторан только открыл, у тебя забит мест вообще нету, все зарезервировано, все это, блин. Он говорит, да, рано радуешься, блин, закрываюсь я уже, все, разоряюсь. Он говорит, как это так, у тебя что, прет, народ же прет. Он говорит, да, только это родственники и друзья моей жены и мои родственники и друзья. Мало того, что жрут на халяву, так они еще и поварам мозги вынесли, как правильно готовить. Ну, а кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!